Пикачу, выбираю тебя. Пика, Пикачу, чу, 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 чу. Я с тобой хочу, чу. Чу, 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 чу. Ага! У нас сегодня будет видео в формате блога. Видеоблог. Сейчас едем смотреть один мотоцикл. Если он нам понравится, мы его будем покупать. Видео, наверное, будет длинным, потому что я, как всегда, буду тупить, делать длинные паузы, пока чем-то занят. У меня многозадачность не работает. Я могу делать что-то одно. Мне очень тяжело вести мотоцикл, автомобиль и одновременно комментировать и рассказывать что-то умное. Так, ну что, поехали. Так, ну что, я подъехал, в принципе. Ну, вовремя. Да, прям вовремя. Уж. И где? Сейчас Санек уже едет. На нем поедем? Слушай, а как хочешь. Если мы не влезем в бусик, можем мы поехать на двух машинках. Можем побыстрее туда приехать, пока смотреть, пока Санька едет. Мы ему координаты скинем. Как думаешь? Да, посмотрим, что думаешь, не влезем. Хотя, кто знает. Я взял инструмент, маленький наборчик. Угу. Взял такой супер приборчик для измерения температуры. Ха-ха-ха, ты, наверное, взял аккумулятор? Да, машина. Ну, короче. Ой, все. Едем смотреть. Да. Кого-то наш транспорт. А мы влезем, смотри, там два сиденья. Слушай, да, забрылся бедненький. Ух, ёшки-мошки. У меня мандражка. Чё ты? У меня мандражки. Слушай, у меня такого состояния не было практически даже с покупки всех мотиков, которые у меня были. Я себя чувствовал, да, вот так вот. Ха, смотри. На улице, народ, на улице 0, плюс 1-2. Короче, слякоть. Тепло. Да-да-да. Жара. Жара. После минус 20. Ну, влезем, Макс. Че, влезем, нормально? Влезем. Единственное, что будете сидеть. Ну, вот так. Моя стандартная уже фраза. Ну-ка, мальчики сели как девочки. Не, ну так просто посмотри. Рычаг КПП. А там рычаг КПП, да, видишь? Да, поэтому... Поверьте, сидеть вот так вот. Тюрья окна. Нет, просто у меня эта фраза уже стандартная. Так. А, нет, тюрья за рулем. Как вариант. Ладно, все, давай пойдем грузиться. Да, все, грузимся. Ну, а мы тут уже вовсю. Давай обмен операции. Ну! Не, чуть-чуть пожестче. Давай ты на коленочке сядь. Может, я к тебе? Слышь, девчонки, а? Так. Я переслать не могу снова переслать сообщение. Я не смогу переслать. Давай я термос к себе лучше поставлю. Ага. Если что скажешь. Нет, у меня этот... термос отжали уже. У меня полочка. А у меня нету? Нет, с той стороны нету. Так, сколько нам есть километров? 80? Да. 87 где-то, что ли. Сергиев Посад, да это? Нет, Наро-Фоминск. А, Наро-Фоминск. Наро-Фоминск. Дратуйте, да, рассказывайте. Думал, что ты зеркало загораешь.
решений, капец, вот все попередумал, все попересмотрел каждый раз. И когда едешь, одно впереди дело, знаешь... Впереди камера контроля перекрестка. Бывали моменты, приезжаешь, ну что, чувак, показывай технику, такой показывает. А, нормально, ну что, давай, сейчас это, у тебя есть время? Есть. Ну, давай, я сейчас при тебе разберу, разбираешь, в Матиз загружаешь, и такой, ух, и поехал. И знаешь, так и нормально, он такими глазами, я совершенно свободный, этот, спокойный в этом плане. И типа поехал дальше по делам. Пришел, вытащил, разгрузил, собрал, завел, поехал. А в этом... Что это происходит? Нет, мы не торопимся, на самом деле. Вот, так вот, ехали. А что так далеко? Блин, он технику на хранение убрал-то. Говорит, я на зимнее хранение убрал, и при этом объявление выложил на продажу. Приезжайте, забирайте, говорит. Хотя он написал, что этот поможет с транспортировкой, но это доплата. Я лучше Саньку эти деньги дам, да? И вместе пообщаемся, чуть давно не виделись. Зимой, как обычно, народ... сейчас знаешь, что творят-то, а? Бинты! Вот, так вот, летом все приезжают в гараж, мы общаемся, иногда даже не дают продуху и нормально поработать, лишь бы только вот прийти пообщаться и один за другим. Как зима наступает, знаешь, такое ощущение, как будто все в берлогу уходят. Никого, ни души, редко кто позвонит, спросит, ну что, как там дела? Да постарели все. Вот, да. Обженились. Нет, даже, да, ну и молодые тоже. Да. Это раньше, декабрь месяц, Гурской на Джиксере, и я с Костяном на мотике. Да это понятно. Просто я это тенденции заметил уже на протяжении многих лет. Зимой все сливается. С одной стороны, знаешь, хорошо, успокаиваешься, в том плане тебе никто нервы не дергает. А когда летом приезжает один за другим и начинается, а мне вот это, мне болтик, а мне инструментик, а мне то, а мне все, это, конечно, хорошо. С одной стороны. Да, но только каждый из них, а слушай, а что мне здесь делать, а как мне это сделать, а как мне вот это, и такой, уй, сразу раздваиваешься, расстраиваешься, слово хорошее, да, расстраиваешься, расщедряешься. Шлем, перчатки, и неважно какая погода, едем на мотике. У-ху! Да-да-да-да. Тут воротень, когда там Лилия написано. Санта Лилия. Да, понял. Ничего не понял. Правда? Приехали. Не, хорошо, у меня запасная лежит. Чё-то сломал. Да. Трос сцепления порвался. Все, не будем, выталкивать будем. Нет. Все. Чё ты хочешь делать? Нам все точно сюда? Да. Вообще думал поехать. Так на первый. А завестись? Давай. Ну нам выкатиться надо. Сейчас, дай выйди с человечку сказать, что у нас проблемы с машиной. Только что трос порвал. Слушай, а ты можешь отъехать чуть-чуть назад? А как он назад? Назад. Здесь проехать. Без сцепления. Короче, у нас порвался трос сцепления на транспортере. Поэтому... Хорошо, что он дизельный, заводится прямо на первый. Лёшка провалился. Я немножко провалился почти по пояс. На себя? Да.
Ну что, не обошлось у нас без приключений. Меняем трос сцепления. Ну, быстро это все. Саня уже все сделал. Да, Сань? Ну, почти, сейчас. 5 минут. 5 минут и подъедем. Ну все, Саня отремонтировал сцепление. Едем дальше. Люди нас там уже ждет, смотрит мотик, а мы тут тусуемся. А мы починили. Да, мы. Ладно, ладно, ну подержал уже, помог. Переезжаешь перекресток, да, типа? Да. Переезжаешь, да, именно по расчищенной дороге. Собственно, вот такой мотоцикл. Хозяин попросил не снимать его, и типа пока мы не купим мотоцикл, тоже как бы его не снимать. Сейчас они поехали в банк, чтобы денежку сразу закинуть, чтобы не проверять. В принципе, я полностью согласен, потому что чтобы себя обезопасить, лучше делать так, ну либо переводом на карту, потому что сейчас очень много поддельных денег, особенно 5000-ных, поэтому будьте аккуратны. Ну и собственно мотик у нас получается вот такой вот. Состояние у него пока, конечно, я бы сказал, среднее, то есть много всяких коцок, несколько вмятин есть на байке, на крыле, но Лёня сказал, что ему нравится, ему в кайф поковыряться и самому все исправить. Ну, я думаю, что этот мотик уже, наверное, к сезону будет в отличном состоянии, поэтому все нормально. Но здесь много к чему нужно приложить руки. Колодки сзади у нас кончились под замену. Глушитель надо делать, потому что он стреляет вперед. Ну, естественно, конечно, помыть бы мотик, но да ладно уже. Передок у нас что по колодкам? Передок, походу, новые колодки. Да, спереди колодки новые. Вот, мятая фара, мятое крыло. Сзади вот вкол, треснутое крыло, трещина. Две вмятины на баке. Вот. Не знаю, видно? Да, видно. Что еще здесь? Ну, в общем, почистить. Что еще? Ну, ржавчинка, но это такая. Ничего страшного. Мотик 99-го года. Все это дело можно устранить. А еще у меня есть большое желание открутить эти кофры. Точнее, не кофры, а платформу у Ленечка. То есть мотик все мы забираем, потому что они все. Так что мотоцикл, можно сказать, наш. Сейчас они оформят договор. И мы поедем обратно в Москву. И по цене просто, на самом деле, достаточно низкая цена на этот мотоцикл. Ну, соответственно, состояние, да? То есть за 265 тысяч его отдают. Ну, нужно приложить руки к нему, и все будет прекрасно. То есть за 265 сейчас, наверное, 1100-то только можно купить. Это, в общем, самый дешевый вариант, который есть сейчас. Без понятия. Что, поздравляю тебя. Дыму сломаешь. Спасибо, Мася. Что, идите, пишите. Пишите, сам напишите. Открывай. Хвастайся своей покупкой. Смотри, у меня даже есть два ключа. Воу, полегче. Уф. Я так думаю, что подсосик надо будет открыть. Да, конечно, он уже замерз тут.
соединение, вот он пока развлекается. Понял. Смотри, давай тут. Это делается проще. Нет, ты не сказал? Идеально. Давай, давай до конца. Нам упирай. Все, подножка. Соседи радуются, да? Да, сейчас мы его привяжем, как всегда мы. Не без приключений. Все забрали. Не без приключений, но... Ну да, приключения были. Ну так, минуты 15. Слушай, ну... Какая поездка без приключений, скажи? Даже обычная простая поездка без приключений. Не, ну, для меня-то это было в средней степени ожидаемо. Поэтому оно у меня в багажнике и лежит. На всякий случай. Вот так вот, видишь, вот так вот, видишь, человечка, да? Mm-hmm. Соответственно, на мотике многие не берут с собой элементарные вещи. Вот даже народ рассказывал, говорит, вот Стас рассказывал, поехали ребята там куда-то в Европу кататься. Вот, и, по-моему, на Варриор или на 1.7 Родстаре поехали, говорит, ехали. И в Германии у человечка ремень кончился. Вот, просто вовремя ТОшечку не сделал, обслуживание. Ремень, в смысле, вот как, приводной, на этом? Приводной ремень, приводной ремешочек. И думали, о, в Германии-то, в принципе, магазинов-то есть. Ага. Вот приезжают к официалам, у официалов-то, да, хорошо, ждите 2 дня. Такие, что? А говорит, да, они, говорит, у нас в Германии находятся, но только, говорит, на складе, на другом конце, говорит. Говорит, через 2 дня, говорит, будет. И человеку... Ребята другие поехали на мотоцикле дальше, а этого оставили тусить в Германии. Ну, зато по достопримечательности сходил там. Пиво попил. Потусил, да, там пиво попил и все такое. Вот, ну, как сказать, нет худа без добра. Вот. Поэтому, ну, почему бы не поразлечься. Но было обидненько чуть-чуть. Да, ну, вот, поэтому, ребята... Хотя, с другой стороны, сам виноват. Обслуживайте мотики вовремя. Пока сидите дома, пока вот сегодня не занимаетесь, обслуживайтесь. Да, либо берите с собой. Ну, с собой понятно, это как на Урале много инструментов и много запчастей не возьмешь, поэтому народ и перестает ездить на Уралах, потому что... Немного, а вот то, что может подойти, сломаться. Допустим, ремень же тот же самый может... Короче, пошла дискуссия! От камешка на дороге может порваться. Ну что, мы почти доехали. Да? Куда мы доехали? Куда-то доехали. Мы куда-то доехали, ехали, приехали. Ну да, сейчас начнется другая история. Разгружать. Будем ставить его. Разгружать, 2 гружать, 3 гружать. 3 гружать. Угу. Вот. Так что рассчитывали на одно время, получилось чуть-чуть подольше, но ничего. Аллах акбар. Вдвоем очень тесновато. Я вообще думал, что мы вдвоем поедем. Да, это как говорится, зашел, посмотрел, сколько стоит трав. Да, сколько стоит трав и пошел и сварил сам. Я посмотрел, 9,5 тысяч. Пойду-ка я сам себе сварил. Ну что, выгружаем? Кстати, у него колеса спущены, надо скачать. Ну, задний, да, задний спущен. Да и передний тоже. Нормально. Нормально. Просто выравнивай все. Ровненько. Отходи.
идет? Да, да, все нормально. А? Какая лапа? У кого лапа? Ты кого лапой назвал? Соседи позли. Но он не такой громкий. Я также буду танцевать, как и ты. И с каждым разом приезжаю вот так вот. Мое любимое выражение. Как всегда. Не могу удержаться. Клево так. Ну что, я кружочку парочку сделаю, да? А то.